Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 18. Ты сейчас свободна? Да. Веришь в гороскопы? Да. А в Бога? Да. Какой ты национальности? Я метиска. Мама русская с хохлушкой, папа турк с казахом. Кем работаешь? Я зарабатываю через Инстаграм. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Ну, если в среднем, то где-то 300. Сколько зарабатываешь? Ну, до 500 в месяц. Что предлагали за секс? Деньги, подарки. 500, 1000, разные. Самый дорогой подарок от мужчины? Ну, на самом деле, если так брать, то ничего такого прям мега дорогого мне не дарили. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? iPhone 8 Plus. Это подарок? Да, от отца. Встречалась с женатым мужчиной? Нет. Ты росла в полноценной семье? Нет. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Да. Ты прощала измены? Да. На тебя поднимали руку? Да. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да, абсолютно. Много друзей ты держишь во френд-зоне? Да. Курила? Да. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? 14. Думала о самоубийстве? Да. Материшься? Да. Часто врешь? Нет. Насколько ты оценишь свою красоту от 1 до 10? На 9,9. А 1% это когда я просыпаюсь. Ты одинока? В душе, да. Все мужики козлы? Да. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Нет, абсолютно. С милым Рай в шалаше? Да. Сколько у тебя было серьезных отношений? 2. Хочешь уехать? Да. Как можно познакомиться с тобой? Ну, чаще это через знакомых. Ну, а так не знаю. Инстаграм приносит тебе счастье? Отчасти, да. Накручивала подписчиков? Никогда. Делала пластику лица или тела? Только губы. Размер имеет значение? С любимым ничего не имеет значения. Ты принцесса? Да, конечно.